Сотрудники ГИБДД спасают жизни. Инспекторы безопасности дорожного движения приняли участие в традиционной акции по сдаче крови. В специально во дворе здания управления ГИБДД республики была установлена мобильная станция для доноров. Инспекторы ежедневно фиксируют десятки автомобильных аварий, в которых часто страдают люди. Отсюда и желание многих добровольно наведываться на станцию переливания крови не один год подряд. Эта акция продлится еще один день. С начала этого года в Северной Осетии произошло более 300 дорожно-транспортных происшествий. Погибли 40 и пострадали более 400 человек. Своей акцией сотрудники дорожной полиции пытаются привлечь внимание общества к проблеме безопасности на дорогах. Сейчас есть возможность сдать, помочь им. Поэтому пришел сдать тоже. Помочь как-то людям, которые нуждаются в этой крови.